Сегодня жители еще одного российского поселка, на этот раз в Краснодарском крае, организовали сход, чтобы пожаловаться полиции на приезжих. Как утверждают в поселке Плодородный, в минувшее воскресенье 1,5 десятка гастарбайтеров, работавших на соседней стройке, устроили массовые избиения деревенских. По рассказам местных жителей, толпа нетрезвых кавказцев, отмечавших День строителей, нагрянула в Плодородный к вечеру и, угрожая перерезать весь поселок, нападала на всех, кто попадался под руку, включая женщин и детей. Ногами пинали. А сколько было людей? Да человек 20, их как эти. Смерч пролетел и улетел. К тому моменту, когда приехала полиция, гастарбайтеры успели сбежать. Сейчас расследуется уголовное дело. Напомним, на днях краснодарский губернатор Александр Ткачев, отметив, что конфликтов с приезжими в регионе становится все больше, объявил о создании казачьих отрядов, которые будут бороться с засилием кавказцев. Это вызвало возмущение правозащитников, которые нашли в словах губернатора признаки межнациональной розни.